Если мы не хотим простить... Тут даже в вопросе, да, мне кажется, ответ. Уже да? Ответ можно, дан, ли, да. Можно ли простить? И как это сделать? Это означает, что есть готовность. Угу. И я знаю много пар, которые после измены становились гораздо ближе. Угу. То есть каждый извлекал какие-то свои уроки. И здесь очень важно, чтобы женщина в том числе понимала, что ее тоже вклад есть. Потому что если я себя чувствую безупречной, а его вот таким, то при определенной ситуации я ему все равно буду это каждый раз припоминать. Но вся семья должна вырасти из этой ситуации. Вот. Поэтому нужно найти какое-то дело жизни, потому что если мы просто друг на друга смотрим, то ну вот сколько мы вот так вот будем смотреть? Но когда мы смотрим в одном направлении, то интереса гораздо больше. А так, если мы просто исследуем друг друга как тела, ну уже надоедает, реально другое тело нужно. Mm-hmm. Вот какой-то нужно такой вот... Семья, она всегда должна иметь цель перед собой. Поэтому вот обсудите друг с другом. И это не ипотека? Слава Богу. У некоторых это ипотека, к сожалению. Это то, что обесточивает, еще больше дефицитов вносит. Но сдерживает. Но сдерживает, да. Как я без тебя потяну? А может наоборот, ой, может она сама как-нибудь.